Только сейчас мы решили узнать, где находится пляж собственный нашего отеля. Мы всегда ходили либо бассейн, либо пляж общественный на Джубейр. Но сейчас мы решили узнать истинный пляж нашего отеля. Время у нас 9:59. Через 20 минут будет наш собственный пляж. Я вам сейчас его покажу, и вы в комментариях напишите, нравится, не нравится. Бесплатные автобусы ходят от нашего отеля. Сегодня уже наполовину собрали чемоданы, потому что завтра мы улетаем. Месяц пролетел как один бжик. Очень удобно, когда возле вашего отеля находятся такие значимые кафе, как Макдоналдс, который позиционирует себя как ресторан, Starbucks. Обожаю Starbucks, друзья. И рядом еще банк Emirates, в котором можно оформить ипотеку за 1%. Где вы найдете 1%, чтобы банк вам дал на ипотеку? Друзья мои, советую вам великолепный отель с видом на море. Можно прогуляться до ближайшего города, километров 30. По жаре 47. Вид на пустыню. Недорого. Мы приехали на наш пляж. Наш пляж. Сеть отелей, где мы остановились, которые находятся за городом Дубай. Тут прям торговый центр, друзья мои. Привет, хай. Привет. Три полотенца? Три полотенца. Четыре. Пожалуйста. Все, да? Да, да. Сэнки. Спасибо. Шукран. Получили полотенца. Сейчас идем на море, как на Бали, крыши. Катамараны, друзья мои. Территория мне очень нравится. Территория очень классная. Сейчас я вам птиц покажу. Водоплавающие какие-нибудь, морские утки. Вон они в воде. Смотри, может ущипнуть. Смотри, ущипнет сейчас. Камера, да. А вот вторая. Круто, да? Мы покупались на море. Очень понравился пляж. Ну, вы сами все видели, шикарно. Идем павлинов поснимаем. Здесь павлины гуляют по территории. Автобус отеля нас отвезет уже в наш отель в Джубейр. Что за диковинная птица? Привет, курица. А второй. А вон еще мелкий. Друзья мои, смотрите, какая диковинная курица.
раскройся, слышь? Пошла она. Ох. На сцену. Слушай, у нас время как? Надо идти уже. Пойдем, уже быстрее, Серёж. Побежали, Серёж. Крутой пах, да? Крутой, слушай, крутой. Пойдем, а сейчас нормальный автобус опоздает. Крутой пах, да? Boys, 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 boys. Да, на какой, Серёж? Где, где, где? Какой? Чего? Пятый, десятый? Лобби. Лобби. Это женский же лифт, я зашел. Нельзя здесь был женский. Женский? Там есть женский. Вот а это женский? Да. Дай воды, чтобы свои. На большом у тебя отсеке? Да. Едем в наш отель. Очень понравилось мне здесь место. В плане лежишь, лежаки на зеленом лугу. Очень понравилось. Бассейн очень классный, 360. Покидаем зеленую зону. И начинается пустыня. Пока полиция не видит, быстро. Кто следующий? Привет. Лего дома у нас есть, игровые полы. Я стата. И нужно. Как вас зовут? Кифак, тамам, глютамам. Thank you. Красотка. А красотка? Куда засмотрелась? Сможешь еще этот? А, я хорошо, окей. Thank you. Что ты попросил? Плед тебе. Окей, сейчас. Вот такое, друзья, мое меню. Кения. Yeah. Bad boys. Taking bad stuff here. Thank you. Мы вернулись в наш любимый ресторан под названием «Семь песков». Много в каких ресторанах были. Это один из самых приветливых. Очень понравился нам. Кальян здесь очень вкусный, хороший. И недорогой, кстати. Здесь очень хорошее обслуживание. Здесь действительно классно. Сегодня последний вечер в Арабских Эмиратах. В этом месяце, по крайней мере. Я очень хочу сюда вернуться. Мне эта страна очень понравилась. Очень стараюсь повышать качество контента своего. Изначально я свой канал начал вести только для того, чтобы помочь вам. Потому что, например, я сам, первое мое видео, это «Множество Эйнштейн». Я хотел доехать своим ходом, не платя 500 евро за тур с Мюнхена до «Множества Эйнштейна». И мы сняли видео с вот этой вот девочкой. Мы сняли видео, как своим ходом добраться за 14 евро добраться до «Множества Эйнштейна». И далее я начал снимать и вести уже канал. Так что подписывайтесь, комментируйте, друзья мои. Буду очень рад. Хватит хомячить. Ром, ну хватит хомячить. О, как здесь хорошо-то, а? Прям класс. А как? С той стороны? Да, сюда. Шикарно. Ого, тут так круто, да, Нём? Тут так высоко. Welcome to Moscow. Oh, yeah, sure. Do you want things to go? Bye-bye. Love you all. Take care, okay? Take care. So. See Thank you. Bye-bye. Thank you. Good? Yeah. Как лицом? Куда? Я не понял. Ну, сюда и туда. Не знаю, как-нибудь. Вот так. Еще раз. Куда?
Подожди, ну. И еще раз. Последний. А, окей. А! Нет, Ром, я тебя очень хорошо фоткаю. Нет, смотри, первая фотка. Так, вот. Да, смотри, какая красивая. Нет, серьезно, смотри, вторая фотка. Ну, смотри, какая красивая. Нет, ну, смотри. Ну, хорошо, вот третья, самая третья красивая. Фотка. Да, вот, смотри, ты улыбаешься очень красиво. Ну? Четвертая. Августа, раннее утро, идем на завтрак. После дособираем чемодан и в аэропорт Дубая. Покажу завтрак перед отъездом. Это гранатовый сок, я себе наливаю. Готовишь? А пальцем покажи, завершу все. Ой, кладу себе круассаны. Тебе один? Друзья, мой завтрак. 3 круассана, картофельные 2 оладушки и масло. Гранатовый сок и кофе. Возьми целую буханку. Целую буханку возьми. Вы видели чемоданы. Сегодня мы уезжаем после месяца отдыха в Арабских Эмиратах и ждем. В этом нам помогает Red Bull. Макаронс. Фанта не моя. Фанта вот этих вот кроссовок. Мы сейчас уезжаем. Я розовая пушистая девочка, овечка. Мы сейчас уезжаем в аэропорт. Друзья мои, местных нельзя снимать, вот я так сниму. Аэропорт Дубая огромный, огромен. Только что мы прошли, где-то крутые тачки продают в Duty Free. Идем сейчас на наш выход медленно через Duty Free. Duty Free у меня по бокам золото, куча золота. Сейчас покушаем и в самолет. Классная у меня футболка. Кому нравится, в комментариях оставьте, что вам нравится. В аэропорту решили поесть, все рестораны заняты. Starbucks, стоячие места, там пару сидячих. Невозможно. В общем, выбор наш пал на Мак. Мы нашли стол свободный в Маке и поедим в аэропорту Дубая. Макдональдс остается. А что еще делать? Народу просто куча. Это хорошо, что мы за 4 часа приехали в аэропорт. Все быстро прошли. Сейчас покушаем, потом duty free и в самолет. У нас Ди на второй этаж. Да. Привет. Так, друзья мои, мы направляемся к нашему самолету. Это самолет Emirates. Скажите теплу. Пока на время. Пока на время тепло. Но мы ничего, мы скоро вернемся. Мы скоро вернемся. Hello. Бежим. Ну это поновее, да? Поновее, я смотрю. Играть можно. Да. А, дети, здесь игра есть. Здесь интернет. И играй. Друзья мои, есть с интернета, можно что-то скачать сразу на телефон или на компьютер. Ну, да, USB. USB, чтобы заряжать, розетка, чтобы заряжать. В морской бой играем. Кто во что играет? Лео, что бьешь? Вот это берешь, Лео? Лео, ты что берешь? Вот это здесь. Я вот это хочу. Да, окей. Будешь маленький наушник возьмешь? To anywhere I flow. Sometimes I believe at times I'm Video. Excuse me? How are you? Ну посмотри хорошо. Ой, мы садимся. Выпили очень хорошо. Много выпить. Стюардесса очень приветливая. Далее фильмы посмотрели, поиграли.
Мы прилетели. Да, господа, добро пожаловать в аэропорт. Добро пожаловать домой. Слышь, минус 11 рублей. Камера пока работает. Расскажи про Сингапур, как там? Ох, Сингапур вообще крутое государство. Только единственное, в том смысле, что оно похоже больше на Москву, потому что там есть район Marina Bay и, в принципе, больше нифига. Если в Венецию или в Париж ты едешь ради Венеции и Парижа, то в Сингапур ты едешь ради Marina Bay. Вот вы все услышали о Сингапуре. Marina Bay круто. Вернулись мы на родину. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign that I can understand. Yes, I am. So every day I spend my time drinking.